В многоэтажке на ЧМЗ вспыхнул подъезд. Возгорание произошло в доме номер 33 по улице 50 лет ВЛКСМ. Загорелась оконная рама в первом подъезде между 8 и 9 этажами. Вероятнее всего, пожар устроили хулиганы. Либо подожгли специально, либо бросили на окно горящий окурок. На место происшествия выехали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. За несколько минут огонь потушили.